А вот паводковая ситуация в Актюбинской области стабильная. Об этом сообщили в МЧС страны. В Ыргизском районе продолжают укреплять дамбы в селах Куйлус, Жайсамбай и Бельчер. Задействованы подразделения департамента ПЧС, Министерства обороны и акиматы. В районе подтоплено 127 домов в селах Нура, Мамыр, Бельчер. В Уиловском районе проводится работа по переправе людей. Сначала паводков из аулов эвакуировали свыше 1200 человек. 640 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные у родственников.